Всем доброго времени суток. Перед отправкой Спайка, дорогие друзья, посмотрите, что этот придурок белый делает. Посмотрите, и босс. Но я же говорю, европейский идиот. Вроде русская собака. Посмотрите. А Спайк, посмотрите, кайфует. Спайк, если твой хозяин увидит, что ты делаешь... Опа, вот так, босс отогнал. Босс красавчик. Босс россиянин. Пришел, ты слышишь, вот этот бардак. Не, опять он пошел, смотрите. Знаете, что-то ему Спайк понравился. Хан, я тебя не то что кастрирую, я тебя стерилизую. Что-то твои эти замашки мне вообще никак не нравятся. Ну не придурок, а посмотрите. Да, сейчас вы напишите, он доминирует. Там никакая хрен разница. Вот это вижу, все. Сейчас я ему как звездюлей дам. Хан! Я сейчас тебе хан! Сейчас он скоро уедет. Владелец уже в Москве, но должен кое-куда отъехать и на несколько дней вернуться. Поэтому сейчас, дорогие друзья, я поплавал, попарился. И сейчас пойду оденусь, пойду их с ними поиграюсь, поснимаю для вас, для них. Я не забываю про вас, я знаю, что их надо всех снимать, вам показывать. Все сейчас покажу, обстановку. У них сегодня отдых, они отдыхают у меня сегодня. Яблочки жуют. Кто-то там просил показать, как они яблочки жуют. Но они в это время яблочки не жуют. Они жуют, когда похолоднее становится. Так что пусть они пока гуляют. Они у меня на выгуле. Миручка все, кроме графа, у меня все на выгуле. Хомочки пока дома нет. У нее полным ходом идет течка. Самурай у Светланы. Скоро вы увидите и самурая. По самурая будет отдельный репортаж, отдельная съемка, отдельный разговор со Светланой, интервью. Как вам это все нравится, дорогие мои? Все успеваю, все нормально, все под контролем. Не переживайте. И максимально для вас фиксирую на видео, чтобы вы тоже видели, наслаждались на наших питомцев. Получали от них колоссальное удовольствие, как и мы. Чемпионка. Чемпионка моя сладкая девочка. И да, хорошо, ладно, уговорили. Одно из занятий, потому что Миледи везут на занятия, да, она занимается и привозит. У меня как бы нет времени, но на этой неделе найду время, обязательно поеду сам, поснимаю, как Виктория занимается, тренируется, все вам покажу тоже. Хорошо, уговорили. А то на телеграм-канал на меня наехали, покажи, покажи, все покажу. О, дворяне мои. Один метис, другая дворянка. Метис, дворянка. Лорд начал семечки грызть. Надо вам показать, как он семечки грызет, дорогие друзья. Пойдемте. Ну что, ты что-то хочешь мне сказать? А ты что-то хочешь мне сказать? Графуня, сейчас я их закрываю. И буквально через несколько минут выпускаю тебя на прогулочку. Побегаешь один, тебе парня не надо. Так, Ханчик, Спайк! Что-то мне когда-то он его в кусты увел, дорогие друзья. Спайкуша, Боська, Миледи! Вот он, этот первый. Вот. Нет, нет. Блин, так прыгнул, аж телефон у меня выключился. Так, чемпионка. Где? Сейчас выйдешь. Я тебе сказал, сейчас выйдешь. Не возмущайся. Тебя ни с кем... Я не могу тебя со всеми выпустить. Как бы ты ни возмущался, я тебя не могу со всеми выпустить. Ты понимаешь или нет? Ты же себя неадекватно ведешь. Ты же все... Питбуль тебе проснулся, правильно? Ага. Дюк-зверек, посмотрите на него. Да, тебе обидно. А что мне делать? Я не хочу, чтобы из твоих обид минус одного, минус один питомец лишился. Ты что, давишься? Хан! Понимает, сучонок, понимает, что мне это не нравится, мне это раздражает, да? И все равно он делает свое, да? Я вам вкусняшки привез. Вкусняшки не буду показывать, зрители будут ругаться, ты их опять балуешь, чем будешь кормить, не буду. Я их сейчас буду кормить красной и черной икрой, дорогие друзья. Показываю вот это все в роликах и начинается. Вот, туда-сюда. Да, могу позволить, кормлю. Не нравится, не смотрите, закройте глаза и исчезните, кто больше всего бесится. У них сегодня блинчики с красной и черной икрой. Вот так вот вам. Вот для них красная, вот у него черная икра, вот ведро черной икры, у этого тоже черная икра. Тебе тоже дать черную икру? Дорогие друзья, выходной день, а по выходным дням у них сухой корм. Сухой корм, они обожают.
любят. Для них это как чипсы. Неделю раз можно побаловать их сухим кормом, но не больше, потому что... Ой, я сейчас закрою. Ведро икры. Посмотрите, как они кушают вкусно. Блин, вот такое ощущение, да? Да? Они так с аппетитом мясо не едят. Так, сухой корм, все, он уже доел полностью. Видите? Любят, все любят, все. Пойдем, 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 Титош. Сначала старших, потом тебя, да? Да? Раньше всех ее покормил, чтобы вы понимали. Посмотрите, что она творит. С ней мы что делаем? Я оставляю ее одну. Вот так всех покормил. Вот видите, полное ведро было. Ведра уже нету практически. Остался только графичку. Вот так, поймал. Поймал, поймал. Давай, давай, давай. Вот так любит играть. Давай, давай, давай. Графуня. На пробежке он у меня. Один, дорогие друзья, совсем один. Все ребра видны, ну как так может быть? Это не Пит, это американский борзой. Приставы, вам привет, приставы. Сейчас зайду, готовьте кушать. Ждите еду. Кстати, тот мне вчера сказал, говорит, можно сделать пластическую операцию, убрать крылья и все, и другое. Я говорю, да не, я говорю, что с ума сошли, какая пластическая операция. Ну, а в зимнее время, дорогие друзья, к сожалению, вот эта идеальная фигура Аполлона пропадет. Их больше кормлю в зимнее время, и занятий меньше получается. Ну, потому что, вот, посмотрите, талию, посмотрите на его талию, посмотрите на мышцы. И как у людей поворачиваются языки, что-то говорит. Смотрите на талию. Кобелю больше, чем 2,5 годика. Смотрите. Посмотрите на мышечную массу. Чтобы вы понимали, на палевых собачках мышечные массы очень хреново видно. То есть никак на коричневых. Я вам здесь наглядно показываю на палевом мальчике, как видна мышечная масса. Посмотрите на его талию, посмотрите. Видите, вот в таком ракурсе, если снимать, конечно, ребра не видно будет. Я именно подбираю те моменты, чтобы снять, чтобы ребра были видны. У нас же полоумных много. Те, которые, да, на самом деле переживают, я им объясняю, они понимают, что он в идеале. Смотрите, какое легкое передвижение. Если бы у него что-то было бы, болело бы, он худел бы или еще, он не был бы таким бодрым, вы даже элементарных вещей не знаете. Даже больной человек, он никогда не бывает шустреньким, активным, то есть он пассивный, такой лежащий, ему ничего не охота. Вы можете то же самое сказать об этом мальчике, что он пассивный? Графуня! Графуня! Что там у них? Возможно, скоро начнется течка и у миледи, потому что уже, в принципе, в 10 месяц. Все ожидаемо, но мы ожидаем, мы видим, мы смотрим. Ай, какой мальчик красивый. Сегодня у графчика будет плавание, только без меня, дорогие мои. Я уеду, мне надо будет ехать, а он будет плавать. Он будет заниматься, плавать. Ты что у тебя задница грязная? Может, там у миледи что-то начинается. Не, он, видите, пацановский писю не учуял и сверху пометил. Ну что, как вам? Как вам Аполлончик в собачьем образе? Что ты хочешь? Нет! Вот, пожалуйста, смотрите, кто-то просил меня показать, как они едят яблочки. Пожалуйста, смотрите. Одну съел, невкусно, конечно, невкусно. Он не стоит на месте, чтобы вы понимали. Этот собакин не стоит на месте. Постоянно куда-то идет, постоянно куда-то лазит.
И с ним даже не надо заниматься, он сам себя назанимает, знаете? Он сам себя назанимает. Вот почему я дворы постоянно мою, дорогие друзья, и говорю, чтобы мыли. Вот они выходят на прогулку, вот эти писюны оставляют. Несложно взять шланг, включить хорошую музыку, послушать, куда он побежал за дом. Сейчас давайте посмотрим, что он там. Видите его? Графуня! Графуня, ко мне! Графуня, ко мне! Пошли, пошли быстрее! А, он дела делает, смотрите, пошел там дела делать. Видите, башка торчит. Видите, торчит, он пошел дела. Молодец! Молодец, мой умный мальчик! Передо мной стесняется. Ай, графуня, молодец! Ай, какой хороший мальчик! Граф! Графуня! И ушел. Граф, граф! А вот он уже... Ни хрена, дорогие друзья. Охренеть, он оббежал дом и прибежал. Я вам говорю, он не сидит на месте этот. Но за ним наблюдать можно. Вот просто сидеть и наблюдать за ним. Что у него в голове, что он хочет. Ему никто не нужен. Главное, чтобы я рядом был, смотрел на него, и он будет вытворять, за какое время он оббежал дом. Видите, вот его и тренировки. Сегодня у него хорошее плавание будет. Плавать он будет 2 по 45. С тренером плавает он. Где ты? Сейчас уйдет от кисленька. Еще будет. Ты можешь вот так просто присесть на корточки или на кресло и просто следить за ним, что он будет делать. Побежит, оббежит, подойдет, увидит, придет, найдет меня, посмотрит мне в глаза, дальше побежит. А я сижу в камине, там пью кофе или чай свой. Давайте я вот сейчас сюда подниму. Вот, видите, он сейчас бежит. Я тут. Я тут. Я тут. Заброшенный пес, голодный пес. Никто с ним не занимается. Когда пишут, никто не занимается. Друзья, а откуда у него мышцы берут? Вы что думаете, лежа на диване у вас появится мышечная масса? Так, сейчас. Опа. Что ты там увидел? Давай. Стоп. Стоп! Сидеть! Ждать! Нет! Сидеть! Ждать! Там кто-то гуляет. Гулять! Пошли гулять! Малай, какой умный мальчик! Какой дрессированный пацан! Вот он, с ним отдельно, с Мирочкой отдельно, да. Хотя Мирочка в толпе тоже встает, тоже гуляет, но с ним... Не рискую. Сейчас пойдет, всех посмотрит, осмотрит. И еще раз вам напомню, скоро будет ролик с самураем. Я не могу за ним уследить. Не здесь яблоки, это яблоки дальше. Здесь нет яблок. Вон там яблоки. Все, дорогие друзья, выходной день, не знаю, ролик где-то на неделе выйдет. Выходной день, просто заснял, показать. Понимаю, вы скучаете, требуете, правильно и делаете. Так что все для вас показал, всех питомцев показал. Самурай находится у Светланы, Хомочка находится в другом месте из-за течки. Так что всех своих питомцев показал, все целы, здоровы, слава богу, с ними все хорошо. Кушают, пьют, занимаются также спортом. Никто не ожирел, никто не осопливый, никто не оплевался, не обосрался. Все, у них все замечательно. Заглядывайте себе в семья и дай бог, чтобы у вас в семьях было все так хорошо, как у моих питомцев дома. Это те, кто умничает. Но без них тоже нельзя, ведь они нам делают контента. Все, а я пойду поплаваю. Ты сегодня заслужил черную икру. Тебе целую миску черной икры. Ждать. Нет, нельзя. Нет. Черной икры. Тебя не кормим? Сегодня покормим. Перед подписчиком специально камеру покормим тебя, да? Понял меня? Можно?
Посмотрите, с каким удовольствием он едет в сухую корм. Я вот не понимаю, что они в этом сухом корме такого нашли, что таким кайфом едят. Боже мой, шейка. Бедненький. Бедненький, исхудал. Ну, больше 500 грамм не дают, дорогие друзья. 500 грамм сухого корма, все, больше не дают. И вечером перед сном у него натуралка, как всегда. Все вкусно, все на здоровье. Смотрите, я не кайф не ест сухой корм, охренеть. Вот посмотрите, что они делают, посмотрите. Вот выпустил их опять погулять, да? Смотрите. Хань, вот меня видит, уходит в сторону. Какой же ты придурок, а, Хань? Идиот. Смотрите на нее. Но она обрадовалась, что Спайк приехал. У нас Спайк отъезжал на пару дней, потом опять приехал. Она прям кайфанула, миледи, радуется. Вот так, дорогие друзья, они, посмотрите, ну опять, ну что за идиот, а? Ну что за придурок. Хан, что за тройничок у вас, ёпашу мать? А, придурки? А ты что смотришь, идиот? Ой, как я не люблю это. Я все понимаю, дорогие друзья, животный мир, природный мир, третий, четвертый, пятый, шестой, ресурсы. Все это я понимаю, что вы пишете. Не думайте, что я глупый. Но мне не нравится, вот это все мне не нравится. Я не могу понять, что у них за обострение у всех. Молодец мой. Смотрите, он сам делает. Ну не идиота. Что за сексодром они устраивают? Придурки. Я сейчас тебе... Лордик молодец. Лордик с Мирочкой молодец. Нет, никакой течки нету. Спайк! Я сейчас тебе как дам на него посмотри, озабоченный придурок. Я прошу прощения за такие кадры, но это природа, как вы и говорите, природа. То есть, если это природа, можно, а если это показывать, это нельзя, да? Ну, напишу там 18+, чтобы не смотрели, а то весь ролик какой-то порнографический получился. Хрен поймешь, кто на ком, что на ком, что зачем, почему это смотрит. Во, русский борзой, сразу видно, мужик стоит, смотрит, что они делают, эти придурки. У них тоже итальянская эта кровь есть, европейская. Как побеждают, да, говорим, о, итальянская кровь, как что-то не то, сразу находим причины. Да, мы такие. Все, ладно, отстаньте, видите, даже не вздумайте, эти двое убежали. Я не могу понять реально, что с ними происходит, дорогие друзья. Ну, напишите в комментариях, что происходит с ними. Я понять не могу. Они все четвером друг на друга лезут. Кроме Мира и это какого. И у графа сегодня такое настроение. Течки ни у кого нету, ничего нету. Здесь течных сук нету. Здесь только Мира течет. Да, но Мира, она постоянно течет. Гавканье. Спайк! Я чуть не пойму, что с тобой случилось. Придурки, что ли? Вообще обурели, что ли? Мужчина, женщина, ай, гуй, такого нет у вас, да, здесь, я так понял? Белобрысый, Хан, я тебе сейчас, Хан, устрою праздник жизни, а? Я тебе сейчас устрою праздник жизни. Ну, не дурак, а? Да, напишу ролик 18+, пусть я не знаю, а то это какой-то сексуальный ролик получился. И так и напишу, сексуальные собаки. Сексуально озабоченные собаки напишу, да. Охренеть, я не могу. Идиотина! Придурок! Нервничаю я из этой херни, не делайте так. Этот выжидает, пока я отойду, чтобы... Подождите, посмотрим. Что за идиот, да? Дорогие друзья, ну это реально не смешно. Остальные как-то чувствуют гроповуха, я понять не могу. Почему он именно на него залезает, а не на нее, я не могу понять. Ты чё, королевский помет, позорщик? Твою мать!
Да я такого, такого еще не было. Может, смотрите. Спайк, если твой хозяин увидит сейчас эти кадры, наверное, мне реально смешно, дорогие. Ну, идиот. Я еще раз говорю, я... Смотрите, он ее берет, хан его берет, вот за ними ходит. Смотрите, ну не придурки. Не голос за смеху не упасть. На радость хайтера. Спайк! Смотрите, хан залезет на него. Смотрите. Не дебилы, а ну не идиоты. Хан, блядь! Хан, блядь! Я прошу прощения, но у меня уже слов нету. Я такого еще... Я такой трио еще не видел, дорогие друзья. Хан! Хан, ты сейчас у меня получишь, Хан. Я тебе отвечаю, Хан. Я тебе сейчас за яйца повешу, Хан. Придурок. О, господи. Молодец. Молодец, ты моя умница. Ты у меня, ты настоящий русский мужик. Прошу прощения за сравнение. Такое, я имею в виду характером, да? Русский пацан. Такое не признаешь, да? Скажи, да, на него ханчик залез, он чуть хана без габашки не оставил. Думал, молодец, молодец, ты нашинский пацан. А ты, это твоя итальянская кровь ни к чему хорошему не привела, ты понял? Ой. Еще раз прошу прощения за такие кадры. Все, пошли, пошли, ну, дай пройти. Давай, 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 пошли. Еще раз прошу прощения за такие кадры. Ну что, естественно, то не безобразно. Ну, все понимаем, но посмеяться тоже надо иногда. Надо просто подумать, как же правильно написать на Ютубе. Ну, да. Ну, обязательно надо 18+ написать, указать, что это кадры 18+. Так, Аболтус! Хан! Ух ты, провокатор. Он не только в этом провокатор, он еще в этих местах провокатор. В этом деле провокатор. Фу, блин, насмеялся, честно говоря. Придурок от нее не отходит, но она с ним дерется, она не дается ему. Он и так, и сяк, но она, я тут слежу, смотрю, что они делают. О, она прям отпор ему дает. Надо пободаться будет, пободается тоже с ним. Знаете, он ни в какую, она воспитанная девочка. Это ты что-то вот, знаете, что он делает? Блять, ну, прошу прощения, я такое не могу показать. Дурак. А ну дай ему звезды. Вот так вот, а ну давай. Давай, 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 давай. Дай ему звездюлей. Вот так. Молодец, моя девочка. Хоть плачь, хоть смейся. Хоть стой, хоть падай. Она обрадовалась, что он приехал. Она обрадовалась ему. А он приехал, как дикарь, на всех кинулся. Я не знаю, чем его там кормили. Что ему там дали такого, что он прям аж... Вот так вали его. Вали, миледи. Ой. Вот так, тигрица моя, а? Пантерка моя. Вот вам и тренировки, вы спрашиваете, вот я. Она ему четко звездюлей дает. Прошу прощения. Вот так она ему. О, смотрите. Вот так. Чего они разнесли-то? Тише, 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 об этом не ударься. Как она борется. Вот так ему. Кусай его. Вот. Как львы дерутся, так сказать, знаете. Какие кадры для вас? Какие кадры для вас? Умничка моя девочка. Давай ему отпор. Давай ему отпор.
холку то надо было, смотрите. Все, пошли, пошли. Пошли бегать, играться. Я когда... Ага, все, Мирочка попала под раздачу. Бабуля тоже хотела интимных игр. Она сама пришла, да? Ух, как бабуля, а? Как бабуля жару дает. Все, вот так вот. Нехрен с ней шутить. Нехрен с ней шутить. Вы понимаете, как эти херней страдают? Ну, сколько они тренируются, занимаются, борются, прыгают. Ну, что мне вот с ним делать, с этим дураком, а? Я не могу, мне надо позвонить хозяину, спросить, чем они его там поили, кормили. Тренировка на изгиб называется, дорогие друзья. Все, ушли. Бабуля пришла, они ушли. Бабуля, ты им мешаешь. Нарушила ему тебя. Ну, ханчик туда пошел. Я говорю, дорогие друзья, вот просто можно стоять, тупо вот так снимать контент. Тупо снимать все. Теперь эти двое тут. Я не могу понять, дорогие друзья. Честное слово, не могу. Вроде ничего такого им не давал. А эти придурки продолжают смотреть. Я же устал, что-то говорит, почему хотят делать. Самое главное, чтобы не залетел Спайк, не родил щенят. Дорогие друзья, бронируйте щенков от Хана и Спайка. Босс. Ни хрена у босса отогнал. Нифига себе. А сам-то не подпускает никого. Так что, кому нужен щенок от самоедской лайки и от питбуля, от двух кобелей, бронируйте, пишите. Вот, процесс идет, вы видите. Все фиксируем. Щенки будут от мульона и выше. Крестным будет босс. Ты тоже щенков хочешь? И от вас будут щенки. Да? И от вас будут щенки. Ну, прям вы меня обогатите, а? Нарожаете. Эти щенки тоже будут от 2 миллионов и выше. Это редкие породы, дорогие. Ну, посмотрите, что ты с ними? Они же все позируют. Смотрите. Слушайте, и смех, и грех, да? Смотрите. Сейчас сфоткаю их так. Ну что, дорогие друзья, после их баловства надо их покормить белком. Они же у меня такие. На самом деле, кисломолочная продукция пошла в ход. Что у нас здесь? Творог. 9%, 3,2 кефир, перепеленные яйца. Все перемешиваю в один тазик с этим... как он, половник или как он называется, еду. Сейчас буду их кормить. Обязательно покормлю вкусненько. Давно я не показывал, как они кисломолочку. Ну, чуть-чуть каждого захвачу, покажу. Смотрите. Всем приятного аппетита. Не забывайте кормить вкусно ваших питомцев. Ну что, творог готов. Теперь заливаем все это кефиром. Смотрите, какие порции получаются у них вкусные. Ждите, как они с аппетитом едят, потому что я с аппетитом это все готовлю. Все это перемешиваю, вкусно перемешиваю, хорошо перемешиваю, чтобы впиталось. А яйца уже каждому добавляю. Пока 2/3 кефира ожидает. Сейчас это все впитается. И 1/3 залью, чтобы чуть-чуть был жидковатый. Чуть-чуть. Они очень это любят. Сметану? Не добавляю. Можно, конечно, но не хочу добавлять. Я так привык. Естественно, кальций каждому добавляю. Ну что, начнем с тебя? Ну давай, тебе. Давай. Приятного аппетита, кушай. Все любят, дорогие друзья. Кисломолочку мне все любят. Так мне хорошо, когда они так едят. Ну все, долго нет времени снимать. Пусть кушают, пойдем всех кормить. Вот такие порции у старших, да? Ну давай, приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита, Ханчик. Этот балбесик не очень любит эту кисломолочку. Ну сейчас поест, но он так. Он уже со следующей недели хаш начинается, потому что холода. Не ест, ест. Посмотрите, какой недовольный ест. Посмотрите на него морду.
бойся их спокойно же. Видите, как дорогие друзья, собачки мои кушают спокойно, никуда не торопятся. Почему? Потому что они знают, что они каждый день кушают. Никуда не торопятся, их никто голодными не оставит. Пошли дальше. Можно? Вкусный тебе, мальчик. Вкусно. Кто не знает, здесь мы электричество отключили, чтобы, не дай бог, никого из них не пришибло, потому что они грызут все. Чуть-чуть морду такую грязную. Мяско ем, скажи. Вот так вот. И этот на подходе есть. Молодец какой. Кушай, кушай. Мы пошли дальше. Ждем, не трогаем, я тебе сейчас пойду. Можно? Дергаешь это. Грачик. Грачик. Графуня. Вот эту морду бы сниму. Это сырость. Смотрите сюда. Ну, вот видите, вот это. Все это все сырость. Тем более красивый мальчик. Хороший мальчик. Сал, да, опять? Ну ты дурак, а? Сейчас, ладно, пусть кушает, я приберусь. Так, у них погуще я сделал. Добавил еще кальций по одной столовой ложкой. Можно? Вот так, разделение. Приятного аппетита. Вдвоем кушают спокойно. Мирочка уже поела, сыта. Давайте глазки. Ух ты, пирани, как она мордочку делает. Ну, сейчас я буду стоять, потому что сейчас поест быстрее нее и полезет к ней в тарелку. Мне надо его удержать, чтобы он мне не лез. Тут прям хорошая порция кальция. Перепелиные яйца, творог, кефир. Там кушать не хочу. Порцию, ах, какие сумасшедшие. Мира, Мира, ты даже, ну... Мира, нет! Мира, нет! Ай, миледи, все. Кушайте, кушайте, мои хорошие. Кушайте мои сладкие. Она не лает, сытая, поэтому... Нет, нет, Мира! Молодцы. Кушаем, 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 спокойно. Кушаем. Ай, молодцы. Нет, нет! Нет, кушай, миледи. Нет! Тоже мне деловой. Все, идите, идите, идите. Спайк, иди, можно, спайк, можно. Придурки. Все, гуляем, гуляем. Ну что, дорогие друзья, пойдем. Пойдем, Валер, граф. Пошли, Валер, давай быстро. Быстро, Валер. Давай, графунь, Валер. Граф. Граф, ко мне. Ко мне, быстрее, быстрее. На, графунь, на. Давай, Валер. Быстрее, Валер. Давай, на, графунь. На, возьми. Мирочка, нет, не тебе, графу, тебе тоже дам. Давай, графунь, Валер, давай. Давай, бегом, Валер. Иди сюда. Иди сюда, графун. Ко мне. Графун, ко мне. Ко мне. Смотрите, сейчас я поменяю интонацию, посмотрите. А ну быстро, Валер. Бегом, Валер. Кому сказал бегом? Место. Сиди, молодец. Ты смотри у меня. Вот, то есть, видите, если тон повыше, все делает, выполняет на 5 плюсов. Нет, ждать. Ждать, погуляет потом. Нет. Дорогие друзья, прошу прощения за эти кадры еще раз, которые вы увидели, но это жизнь, это собачья жизнь, близко к сердцу не воспринимайте. Мы где-то и хулиганистые, и где-то не хулиганистые, но я вам показываю то, кто-то может посмеяться, кто как хочет воспримет эту информацию, понимаете, кто-то со злобой, кто-то с радостью, кто-то с улыбкой. Мы взрослые люди, не зря просто было написано 18+, а там уже дальше воспитание их родителей, кто зайдет, кто нет. Мы поехали дальше. Ох, сколько вас впереди ждет интересного, вы даже не представляете, сколько же вас ждет впереди интересного. Приставы, до свидания, приставы. Пока, Мирочка. Ну, дорогие друзья, это продолжается, теперь и босс с ними вмешался. Ну, что за дурдом, а? Если после кисломолочной продукции чуть-чуть у них будет жидкий стул, не переживайте, ну, смотрите. Ну, что мне делать, а?
посмотреть, кто на ком, кто какого пола, кто чего, пофигу. Босик. Босик тоже не против, смотрите. Смотрите на босса. А этот фонарь. Этот ролик полностью 18+. И что за кровь у них, а? Ну не придурки, а? Что вы поели? И причем хомы нету, хому увез я. Понимаете? Хомочку я увез. И все равно у них, видите, что творится? Босс, еще ты сейчас для полного счастья залезь. Орло. Посмотрите на этих дебилов, посмотрите, они как паровозиком. Ну не придурки, а. О! О! А ну ко мне быстро, миледи. Босс! Босс, ну ты-то куда, босс? Босс его в комнату заманит, пойдем зайдем, я тебя устрою. Ну придурки, а ну придурки. Ха, ну хватит, ну-ка, балбес, ну иди в баню отсюда. Бесишь ты меня, злишь ты меня, твою мать. Полудурки. Я уже сколько раз с вами прощался. Вот такие моменты. Сами гляньте, сами смотрите. Лордик молодец. Лордик всем показал свое место, и к нему никто не подходит. Смотри, как они кругами ходят друг за другом. Я их в Европу отправлю, все. Дорогие друзья, кто там в Европе живет, практически таких же кровей, у вас там новинок нету, вы к этому ко всему привыкшие, мы к этому не привыкшие, нам это не позволено, не дозволено ни смотреть, ни говорить, но показывать можно. Ага, зайдите, только к нему зайдите, он вам устроит кузькину мать. Он вам все бошки перекусит, будете знать. Я, они вообще обалдели, графчик, своими европейскими замашками. Почему, дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу жителей Европы обидеть или оскорбить, просто там это принято, там это разрешается, об этом говорят, поэтому я говорю европейцы. У нас в стране такого нет, запрещено и не разрешается. Поэтому я говорю в Европе. А в Европе что-то добро, там, видите, некоторых президентов, жены, вроде говорят, мужики, переделанные, хрен поймешь что, кто, чего. Поэтому я это говорю, ни в коем случае. Обычный, правильный, справедливый народ, я не хочу этим огорчить, но вы сами живете в Европе, видя, живя в Европе, видите, что там творится.